Эксгольмский гвардейский полк. Основан в 1710 году императором Петром I. Со дня основания полк участвовал в 20 войнах, а русскую землю исходил до границ с Азией. Свое боевое крещение полк получил в 1713 году в сражении со шведами при реке Пялькине. Во время крымских походов Мениха полк участвовал в штурмах Перекопа, Бахчисарая и Очакова. В 1757 году эксгольмцы выступили в поход против пруссаков и участвовали во всех крупных сражениях. В войне 1812 года полк храбро сражался при Бородино, Тарутине, Малоярославце и Вязьме. Затем участвовал в сражениях при Дрездене, Ульме и Лейпциге. В 1877 году воевал с турками. Участвовал во взятии Телиша, в сражении под Плевной и в зимнем переходе через Балканы. За свою службу полк имеет знаки отличия. Две серебряные трубы за взятие Берлина в 1760 году. Гренадерское звание за... Здравствуйте, любимые дорогие родители и сестры Наталья, Клавдия и Ольга. Шлю я вам сердечное искреннее почтение и с любовью низкий поклон и желаю от Господа Бога доброго здоровья и всякого благополучия. Обо мне прошу не беспокоиться. Находимся мы сейчас на отдыхе, стоим в деревне такой же, как наша. Каждый день нам теперь выдают порцию красного вина, немного больше, как у меня кружка. Вчерашний день ходил в баню, вымылся, белье постирал. Вы пишете, что закончили покос. Это слава Богу. Прошу, опишите мне, хорошо ли сено убиралось. Еще опишите мне, как же ребенок. Я думаю, он теперь хороший стал. А врага мы бьем. Он теперь собирает большие силы и все ищет, где ему легче прорваться. Уж очень он упрямый и все норовит сделать какую-нибудь пакость. Но мы ему развернуться не даем. Затем до свидания. Остаюсь ваш сын и брат Петр Погодин.